Всем привет, дорогие друзья! Сегодня снимем небольшой обзор на Ладу 4х4 с новой панелью. Вышла новая машинка Нива. Ну что, не переключаемся, поехали. Все лучшее будет впереди. Мы начинаем. Вот зачем мы приехали сегодня, как говорится, поменяли новую панель, поставили. Вот сейчас вкратце пройдемся. На панели что у нас? Подогрев заднего стекла, омывайка, переключатели, печка, регулятор скорости. Ну это лобового стекла, ну как обычно у УАЗа сделано. Открываем. Здесь у нас полочка для документов сделана. Органайзер для мелочи. Все пластмасса. Все стандартно. Все. Ну еще старая осталась. Как говорится, закалка. Вот. Все сделано из пластика. Получше сделали. Сделали, как говорится, глонасс. Это радует. Сделали из толстого. Даже не мягкое, сказать. Нормально. Козырьки с той и с другой стороны. Вот. Что? Панелька приборов новая у нас стоит. Руль. Такой обновленный, чуть-чуть маленько дизайн сделали. А, переключение поворотников и фар. Все это же самое, все старенькое. Вот замок зажигания с левой стороны по старинке стоит. Еще добавлено, что у нас тут. Регулировка фар. И задняя противотуманка. Также у нас стоят новые сиденья. Стоит подушка безопасности. Одна единственная. Это очень хорошо по результатам АвтоВАЗа. Кармашек из пластика сделан, как я уже говорил. Все пластмасса, все единое целое. Смотрю, на заклепках все аккуратно сделано. Сзади сделан выем для задних, удобно, как и ранее было. Сиденье, как говорится, поменяли,
новые стали, дизайн очень хороший. Ручник у нас остался прежний, резиновые коврики. Как говорится, тут есть рычажок сбоку, сиденье складываем, место для двоих человек. Плохо видно, сзади стоит уже тонировка. Вот, сзади сделано пластиком все идеально. Антикоррозийная обработка. Лонжероны. Все здесь чики-пуки, как говорится. Ну вот. Наконец-то поставили литье на 17. Также стоят барабаны. Это уже радует. Ну, всем, кому понравилось видео, ставим пальчики вверх, не забываем, ссылочка в описании. Ну, всем пока, до новых встреч.